проблемы? Тони, здесь гражданские лица. Я выполняю приказ, давай не сейчас. Поприветствуй. Все эти люди в опасности, их надо вывести отсюда. Что? Доверься мне хотя бы на 5 минут. Да, я уже пытался, потом летал по твоему дому. Думаю, он работает с Ванко. Ванко что, жив? Где он? Что? Где Ванко? Кто? Отвечай. Что ты здесь делаешь, парень? Эй, 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 стоп! Ты сам? Нет, я не давал команду, это не я. Я не могу двинуться, я заблокирован, заблокирован! Кто не улетай, скорее, система вышла из-под контроля! Прогуляемся! Джарвис, мне нужен контроль над ним. Да, сэр. Тони, я захвачу цель, сейчас буду стрелять. Во что? В тебя! Я на 6 часов! Что происходит? Управление системой перехвачено. Что? О чем ты? Как перехвачено? О чем ты? Похоже, он заслоивил дронов. Это невозможно. Позвони охране. Телефоны отключены, сэр. Тогда позвони им на сотовые. Сотовые тоже не отвечают. Что? Он заблокировал наш мейнфрейм. Кто заблокировал мейнфрейм? Пожалуйста, уходите, уходите. Я все контролирую. Даже теперь? Да, контролирую. Если б твой Тони не заявился, ничего бы этого не было. Так что, пожалуйста, уходите. Спасибо. Слушай, надо вывести этих сучек отсюда. Говори, кто за этим стоит? Кто, говори? Иван Ванко. Где он? У меня на выгивке. Полицию Нью-Йорка, пожалуйста. Нет, дорогая. Не нужно. Хорошо, здесь полиции. Поскорей, поскорей. Не подходи. Дорогая, нет. Не подходи. Давай, узнай, что сможешь. Вперед. Джарвис! Дистанционная перезагрузка не удалась. На звонки никто не отвечает. Что происходит? Машину! Отвези меня в Hammer Industries. Никуда я тебя не повезу. Мне самой за руль сесть? О, нет, я поведу. Садись. Выстрел.